Всем доброе утро, мои дорогие! Мы уже позавтракали, проснулись. Я сегодня хочу вам показать сумочки, которые я приобрела, бренды Louis Vuitton и Chanel. Качество отличное, люкс, так что я вам сейчас покажу. Они давно уже у меня лежат. Никак с этой школой времени не было вам показать, так что... Вот, пока время есть, пока дети смотрят мультик «Свинку Пеппу», они в детство вдарились... Так что покажу вам. Вот они мои две заветные коробочки, сумочки Louis Vuitton, качество бомба. Я сейчас вам покажу. Вот Chanel. Все, знаете, с документами, со всеми делами, пыльником и все остальное. Открываем. Вот такой вот ремешочек. Это можно, знаете, под какую-нибудь спортивную одежду тоже его зацепить. И носить спокойно с этой сумочкой. Можно и в классическом варианте тоже есть ремешок другой. Так что сразу говорю, кому понравились сумочки, можете написать мне и заказать. В Инстаграм, в Директ или в комментариях. Вот она сама, смотрите, какая прелесть, шикарного качества. Видите, все классно сделано. Здесь ремешочек и самое главное, смотрите, подклад. Идет вельвет. Это уже о чем говорит, сами понимаете. Все логотипы есть. Вот такой вот ремешок. Классический тоже. Классно смотрится. Смотрите внутри. Как все сделано красиво. И здесь тоже вот это красненькое мне очень понравилось. Логотип. Здесь такой платочек тоже Louis Vuitton. Что, девочки, посмотрите, шикарное качество. Все, видите, как красиво упаковано. Даже магнитик не убрали. Забыли, видимо. Пыльник. Так что, кому интересно, на подарочек и вот такое вот отличное качество сумочки, пишите мне в Директ, в Инстаграм, у меня все ссылочки в описании под видео или в комментариях можете написать. Вот, насчет цены. И Шанельку покажу. Это более такой, знаете, классический вариант на выход, на вечеринку. Красота. А здесь прям еще круче запаковано все, смотрите. Красотень. Пыльник. И внутри наша заветная сумочка. На мой маникюрчик не обращайте внимания. Я буду готовиться к 1 сентябрю. Буду делать маникюр красивенький. Пока ногти отдыхают. Смотрите, такая сумочка Chanel. Распаковываем. Смотрите. Все идеально. Здесь даже, видите... Поставили подклад. Вот она. Тоже качество шикарное. Здесь и визиточки, что только нету. Замочки. Тоже, знаете, такая вместительная, хорошая сумочка. Не слишком большая, средний размер такой. Вот здесь тоже кармашек. Тоже все, видите, упаковано. Она, знаете, такая интересная. Одна сторона ремешка серебро, другая золото. Смотрите, и ручка тоже такая же. Не знаю, как вам видно, но очень красивая и качество шикарное. Запаха никакого нету. Шанель логотип. Вот так. Здесь тоже, смотрите, все... Документы. Здесь их очень много. Вот они все документики. Так что, девочки, кому интересно, пишите. А вы увидите сумочку на мне 1 сентября на линеечке. Не знаю, правда, какую выбрать, Chanel или Louis Vuitton. Посмотрим, что подойдет. Вот, так что всем пока-пока. Пишите в комментариях, понравилось вам. Или нет. Но я думаю, любой девочке понравится. Здесь тоже ручка, смотрите, какого цвета.
Очень интересно. Так, пока. Всем привет, мои дорогие! Сегодня у меня на обед ленивые голубцы. Смотрите, как интересно, у меня была в заморозке нашинкованная капуста молодая. Я ее разморозила, и вот так вот, смотрите, на каждый голубец получается ленивый. Я наклала вот эту капусту. Это очень вкусно получается. И подливка тоже на каждом голубце. Вот, вкуснятина получается. Не первый раз готовлю. Картошечка, поджарочка, вот это лук, болгарский перец, морковка, томатная паста, помидоры. Тоже нашинковала, натерла, вернее, я их. И тоже добавила, чесночок добавила. Вот такая вот красота. Ленивые голубцы у меня, конечно же, с рисом, фаршем говядиной, бараньим жиром. Так, что еще? Луком, ореховая трава, соль, перец. Все, сейчас я буду заливать кипятком, и будет у меня все вариться 35-40 минут. В зависимости, как картошечка у нас сварится. Вкуснятина. И сверху зеленью кинзой буду посыпать. И еще я здесь сварила кукурузку. Очень любим кукурузу вареную, сладкую. Залила я все кипятком. Сейчас будет 35-40 минут вариться, я уже говорила. И можно добавить лавровый листик один. Я добавлю в конце за 10 минут до готовности. Здесь у меня уже нашинкованная кинза. Буду в конце добавлять за 5 минут до готовности. И будет соответствующий соус с майонезом и сметаной с чесноком. Это будет накладываться уже на готовую тарелку с едой. Очень вкусно получается. Советую всем приготовить. На 2 дня эта кастрюля огромная. Вот, нам хватает. Ну все, у меня почти готово. Я добавила зелень, кинзу. Завершающий момент. Вкуснятина получилась. Я уже картошечку попробовала. Все, еще 2 минутки. Накрою крышкой, чтобы все, знаете, зелень пропарилась. И буду выключать. Будем вкусно обедать. Вкуснятина насыщенная. Ну что, друзья, вот так вот все выглядит у меня на тарелочке. Очень аппетитно, красиво. Здесь у меня соус, майонез и чеснок, и сметана. В общем, это все будет поливаться сюда. Очень вкусно получается. Ленивые голубцы, видите, какие у меня, как ежики немножко. Так что, кто хочет так же готовить вкусно, как я, кормить свою семью домашней едой, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я прям не часто готовлю, но готовлю очень вкусно и показываю обычную домашнюю еду. Можно сказать, даже в ресторанах такую не подают, потому что здесь все ингредиенты натуральные. Ничего лишнего, даже каких-то приправ нету лишних. Вот, так что подписывайтесь. Для желудка самое то. У вас всегда будет здоровый желудок. У вашей семьи, у ваших детей. Так что подписывайтесь. Всем пока. Сегодня опять у нас погода нелетная. Еду в клинику, к врачу. У меня беспокоит, получается, шейный отдел. Болит он у меня. И не дает мне жить. В общем, я решилась. Посмотрим, что скажет врач, нейрохирург. Мои детки, конфетки, как всегда, с нами. Покажи свой Simple Dimple, Мансур. Дай покажу. Это у нас единорожка, да? Да. Такой классный, мне нравится. Мне чем тоже. Поп. А Расул делает диагностику на ходу. Есть ошибки? Есть ошибки, это газовые ошибки, сейчас их скинем, и все будет. Так что у нас Расул диагност. Все при себе. Все. Смотрите, какая у нас погода, дождливая, ужас. У нас полчаса осталось, сейчас доедем. Центр, да, получается, города? Да. На какую улицу? Северская, да? Северная. Северская, Северная. Северная. Северская — это станица. Перепутала. Мы постоянно куда-то едем, да? Да. Нам нравится. Фатима вот, как всегда, в окне. Не как продумай. У тебя зубик, солнышко? Фатима, не давай. Зубик, а десна. Давай чуть-чуть закрой. Опухла. Дала амоксиклав. Сейчас нормально.
Чуть-чуть была припухлость, я отправила фотографию врачу, кто нам удалял зубик. Она сказала, это нормально, так как зуб был тяжелый такой, и огромная рана, все нормально у нас. Амоксиклав даю в сиропе, и ацепол тоже, чтобы восстановить кишечник после антибиотика. Так что все нормально, лечимся. А мы в детском мире, я после процедуры, Лиана присматривает себе вот такой вот самокат уже для больших девочек, мальчиков, Фатима тоже. Да уж. Привет, солнышко. Так, мне так легче стало с шейным отделом, честно, процедуру прошла. Не могу не нарадоваться. И вот такие вот беру я. Написано футболка, но это кофточки. Беленькие в школу. Мансур себе присматривает. На будущее. На следующий год. Это что, Мансур джип, да? Он не едет только. Так, в общем, вот такие вот возьму я кофточки, девочка, на замену. Взяла же я рубашки. А это более такие мягенькие. На повседневку менять. Вот здесь в детском мире ажиотаж, прям все перед школой все покупают. Вот такие я взяла футболочки, говорю, кофточки. Видите, такие интересные, здесь рюшечки. Здесь такая ленточка, можно ее и не завязывать. Можно ленточку и не завязывать, смотрите, какая красота, мне нравится. Вот так вот все выглядит. Да, сейчас снимем, оплатим и все. И пойдем дальше. Одинаковые взяла, они стоят по 1200. Смотрите, какие салюты мы едем, пускают. Все? А, нет, еще есть. Это возле нас. Красота. Сейчас еще будет. Вот мы с окна всегда видим такие салюты. А здесь прям близко, да? Едем домой. Вот красиво. Все купили. О, не сняла. Сейчас салют. Вот. Вот. А я от салюта. Вот такие салюты красивые. Всем пока-пока. Красота. А, смотри, смотри, смотри отсюда. Какая красота. Давай отсюда сними.